огромная посылка из магазина «Дел Экстрим». Отправлена 25 ноября, получена 5 января. Ну, даже в кадр не вся влазит. А в ней рюкзак. Я уже делал обзор на рюкзак, только другого цвета. Он очень понравился моим знакомым. И они попросили заказать и для них. Но так как это рюкзак для девочки, то он красного цвета. Вот, собственно, вот так вот он упакован. Фирменный пакетик с логотипом производителя. Бирка. Да, давайте открывать. Ага, вот. Так, да. Опа-на! Вот так вот. Рюкзак. Производитель на замочках. Тоже та же самая надпись. Вот так ее виднее будет. Спинка плотная, с дышащими такими проставками для поясницы, для лопаток. Плотные. Когда сказать? Ладно. Ну и, собственно, рюкзак. Здесь у нас карман. Видно? Аж вот какой, вот оно заканчивается. Здесь у нас вот отделение. Место вот для всякой канцелярской мелочевки, вроде ручек, сеточка, карман с сеточкой, просто карман, все подряд. И здесь у нас основное отделение. Местом для ноутбука. 15-дюймовый ноутбук я попробовал. Да, 15,6 диагональ экрана у него. Asus X54C. Собственно, он отлично сюда помещается. Или планшет. Ну и вот основное отделение. Давайте покажу. Вот. И по бокам карманы сетки, ну там воду взять с собой или огрызки яблок собирать. И наверху мягкая, но плотная ручка. Вот такой вот рюкзак. Ссылка на магазин, точнее на страничку товара, будет в описании под этим видео. А также ссылка под видео будет на обзор такого же рюкзака, только другого цвета. А я забыл проверить его водой. Красота. Еще воды. Красиво катается. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Комментируйте, критикуйте, ставьте лайки. Пока-пока.